Здравствуйте, с вами программа «Пойдем посмотрим» и я, ваш телегид в мире товаров и услуг Виктория Летита. С вами мы встречаемся уже 8-й раз в этом сезоне. Итак, мы начинаем. Итак, наступил новый учебный год. Дети отправились в школу. Но возникает вопрос, где оставить ребенка, перед школой или после нее, с тем, чтобы он был накормлен, под присмотром и были сделаны домашние уроки. Группа продленного дня «Ангелия» поможет нам в этом. Группа продленного дня «Ангелия» создана специально, чтобы школьники, ученики младших классов могли с пользой и безопасно проводить время вне стен школы. Комфортно перестроиться от детсада, особенно это касается первоклассников. Современная продленка – это программы всестороннего развития, игры, прогулки, выполнение домашнего задания, современные занятия с детьми. В группе два режима дня – утренние пташки с 8 утра для тех, кто учится во вторую смену. Ее ведет Анна Зыкова. Педагог умеет увлечь и заинтересовать детей, поможет им справиться с домашними заданиями и ответит на 100 тысяч детских «почему», научит входить роль по Станиславскому и сценической речи. Могу детей обучить в плане сценической речи, то есть поработать над какими-то сценическими проблемами, то есть зажимами в речи. Вторая группа «Обеденные совушки» приходит сюда сразу после школьных уроков. Ее ведет Ангелина Юрочкина, основатель группы «Продленного дня», человек творческий и увлеченный, по-настоящему любящий детей. Она встречает ребятишек в 13 и провожает домой в 18. Это встреча деток, свободное личное время, чтобы прийти в себя после школы или, допустим, с утра, когда они только проснулись и еще как сонные мушки. Потом у них идет завтрак, либо обед, помощь в выполнении домашних заданий, потом либо какое-то мероприятие запланированное, либо же прогулка в какие-то места или на площадку возле здания. Небольшая экскурсия по помещению. Все красиво и уютно. Столовая, большой зал для занятий, комната отдыха с телевизором, гардеробная и кабинет директора. Здесь живет бабушка Хаги-Ваги, на самом деле, это кабинет директора. Собственно говоря, директора мы только что с вами видели, она была у нас в роли волшебницы, мыльной волшебницы. Екатерина Мухина – мама троих детей. В группу продленного дня Ангелия записала младшую дочь. Да, мы сюда пойдем, нам как бы тут понравилось, детям тоже. Группа продленного дня «Ангелия» – настоящий помощник в воспитании вашего школьника, ученика младших классов. Молодые педагоги, увлеченные своей профессией, готовы дарить всю любовь и заботу детям. Запомните адрес: улица Партизанская, 2, офис 300, торговый центр «Конкорд», телефон +7 908 443 62 96, сайт продленкаартемаангелия.рф. У вас или у ваших друзей намечается юбилей, день рождения ребенка или даже свадьба. Где найти подходящее место, чтобы отметить этот праздник ярко, празднично, незабываемо? Геокупол в Артем Плаза, пожалуй, лучшее место для таких событий. Здравствуйте. Это единственный купол у нас в городе Артеме. Очень светлый и праздничный внутри зал. Проходите, пожалуйста. Данный зал вмещает в себя 83 гостя в режиме банкетов. Можно вместить до 100 гостей в режиме фуршета. Вот это классическая рассадка на 60 гостей. Прекрасное пространство, светлое, высокое. Оно идеально подходит для любых праздников, даже для детских. Украшенное изысканное со вкусом. Геокупол Артем Плаза можно использовать для проведения конференций, презентаций, обучающих мероприятий и закрытых вечеринок с приглашением музыкантов и диджеев. Оформить зал помогут дизайнеры, а накрыть столы – официанты. У нас есть широкий ассортимент наших блюд, специально разработанное банкетное меню. Мы подходим индивидуально каждому гостю по заказу. Собираем набор и холодных закусок, и салатов, и горячих закусок, и горячих блюд, и напитков. Касаемо алкоголя, это только заказчиков. То есть мы алкоголь не продаем, можно со своим алкоголем. Кстати, сегодня в геокуполе свадьба. Намечается выездная регистрация молодоженов, а в велком-зоне гости уже собираются. Здесь даже в ноябре можно проводить мероприятия. Если душа требует релакса в уютном месте, то оно есть в Артем Плаза. Это гостевой домик «Афрейм». Уютный дворик с мангалом и качелями и фишкой, банным чаном и тропическим душем. Приглашаю вас
в домик и хотел бы более подробно рассказать о оснащении. Гостевая зона, здесь расположена кухня небольшая, которая полностью оснащена и столовыми приборами, и посудой, всем необходимым для того, чтобы что-то небольшое приготовить или порезать. Да? Здесь установлен стол на 8 гостей с диваном. Диван это тоже можно раскладывать, он двойной под 2 спальных места. Также телевизор. Тоже мощный кондиционер установлен, в домике очень прохладно в такую жаркую погоду. У нас на втором этаже небольшая по квадратным метрам, но очень уютная спаленка. Домик прекрасно декорирован, от жары спасет кондиционер, от холода теплые полы и обогрев. Светлый, просторный, сюда хочется сбежать, отключив телефон, попариться в баньке на дровах и нырнуть в чан. Прекрасное место для отдыха как вдвоем, так и небольшой компанией. Погостить здесь стоит от 6000 рублей в сутки, а насладиться баней от 1200 рублей в час. Геокупол и гостевой рай «Афрейм» находятся на территории гостиничного комплекса «Артем Плаза», улица Западная, 18, телефон +7 794-00-98-992. Заехать туда можно, минуя 8-ю шахту. Короткий путь по грунтовке начинается с 1-й Западной. Каждая женщина мечтает быть красивой и ухоженной. И в этом нам помогут специалисты салона красоты «Глянец». Узнаем подробнее. Индустрия красоты не стоит на месте, и с развитием технологий нашим женщинам доступны самые современные методы. Салон красоты «Глянец» обладает единственным в Приморье оригинальным аппаратом «Старвак» из Франции. «Старвак» с помощью вакуумной терапии, лимфодренажа и антицеллюлитного массажа удалит с вашего тела раздражающие несовершенства. Очень эффективный способ борьбы с лишними складками на животе, коррекции овала лица, уничтожения холки на спине. Кабинет косметологии салона «Глянец» оснащен 3 современными аппаратами. Лазер удаляет послеоперационные рубцы, шрамы и омолаживает. Аппарат «СМАЗ» лифтинг нейтрализует отеки, малярные мешки, ликвидирует прокладку в области щек, жировые отложения подбородка и живота, делает четким овал лица, тонизирует кожу. Виолетта Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот какие вы процедуры проводите для наших женщин, чтобы они были прекрасны, неповторимы? Ну, я, наверное, в первую очередь хочу сказать, что это единственный в городе салон, где мы представляем аппаратную косметологию для женщин. Это аппарат «Ультраформер», на нем мы проводим безоперационную подтяжку лица, смаз-лифтинг так называемый. То есть результаты такие, это подтяжка овала лица, убираются брыльки, второй подбородок, уходят маляры, но тоже назначается все индивидуально после консультации с женщиной. Чистки, конечно, мы проводим и комбинированные, и классические, и ручные, и аппаратные. То есть это аппарат гидробьюти. Работаем мы на косметике хистомер, это Италия, это стволовые клетки. Мы проводим терапевтические уходы, то есть не просто чистка, а лечение различных проблем. Это и чувствительная кожа, это и акне, это и жирная кожа. Результаты потрясающие. А если добавляем аппарат, то это просто сияние кожи на долгое-долгое время. Избавиться от нежелательных волос надолго – это возможно в салоне «Глянец». Аппарат «Сопрано Титаниум» – это инновационная лазерная система с трехкластерной технологией комбинации 3 длинных волн. Салон «Глянец» находится в Артеме по улице Кирова, 41. Все подробности по телефону WhatsApp +7 914 32 40 840. В жизни случается, что деньги нужны срочно. Что делать? Обратиться в банк и ждать долго решения? Или обратиться в фирму микрофинансов? Тоже не выход. Однако решение есть. Нужно пойти в ломбард «София» и получить деньги в залог ювелирных украшений. Ломбард «София» на рынке уже 14 лет и за это время заслужил доверие как надежный партнер. Он входит в состав некоммерческой организации «Лига ломбардов», является участником всероссийского проекта «За честный бизнес» и осуществляет свою деятельность при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации, что является гарантией высокого уровня сервиса и качества предоставляемых услуг для клиента в целом. Вам не нужно собирать кучу документов и справок, а затем целыми днями ждать решения кредитного отдела банка. Нас не интересует ваша кредитная история, размер зарплаты и место работы. Мы предоставляем займы под залог на срок от 61 до 90 дней с возможностью погашения в любое удобное для вас время.
по базовой процентной ставке 0,339%, согласно предельному значению полной стоимости потребительского займа, установленному Центробанком России. В ломбарде «София» работают профессиональные оценщики, умеющие работать с бриллиантами и другими драгоценными камнями, золотом и серебром. Я обратилась в этот ломбард, мне очень быстро предоставили займ. Также обещали после выкупа изделий почистить мое золото, что очень приятно. Оценил хороший специалист, все подробно рассказал. Также на витринах большой выбор изделий. По низкой цене можно подобрать любое красивое изделие себе. Сдавала золото под маленький процент. Сейчас я его забираю, все в целости и сохранности. Я очень довольна. Ольга, скажите, пожалуйста, вот эти вот замечательные ювелирные изделия, это что за камни и что за золото? Здесь все золото в 585-й пробе и все камни в ставке бриллианты. Так, это белое золото, это я понимаю? Это белое золото, да. Золото, тоже белое золото. Есть лимонное золото. Лимонное, это чем оно отличается, кроме цвета? Там, содержанием, наверное, да? Да, лигатура. Лигатура – это состав. Кроме залога и скупки изделий, ломбард выступает как ювелирный салон штучных, эксклюзивных авторских изделий. Модные золотые коллекции знаменитых ювелиров из Костромы «Бергер и династия». Актуальное серебро фирмы «Адельфина», изысканное и нежное. Ну, настоящий подарок для царственной особы, мужской тем более, да, мужчине такому интересному. Нынешний год вернул к жизни украшения больших размеров. Теперь крупные цепочки снова в тренде. В ломбарде «Софии» сейчас действует 20% скидка на бриллианты. Любую понравившуюся вещь можно купить со скидкой и в рассрочку, а также приобрести подарочный сертификат. Кстати, ломбард «София» находится в Артеме по адресам. Площадь Ленина, 8, улица Кирова, 16, улица Первая Рабочая, 25, район Угловой Поворот. Телефоны ломбарда «София» вы сейчас видите на своих экранах. Подробную информацию можно найти на сайте lombard125.rf, а также в Telegram «Ломбард София». Реализацию ювелирных изделий осуществляет ИП «Дмитриева ЛГ». Итак, мы отправляемся за иммунитетом в соляную пещеру. Здравствуйте! Здравствуйте! А вот за иммунитетом это к вам? Это именно к нам. Пожалуйста, проходите. А что вы тут делаете? Песочком рисуем. 40 минут релакса в удобном кресле под музыку с подсветкой делают посещение соляного грота очень приятным. Пока вы отдыхаете, работают частички соли, укрепляя ваш иммунитет, помогая противостоять респираторным заболеваниям. На пороге осень, период простуд, а это значит, что при постоянном посещении грота можно не бояться за свое здоровье и здоровье детей. Конечно, один сеанс не даст желаемого эффекта. Здесь нужен системный подход. Мы в соляную пещеру в основном вводим детей перед школой для профилактики, чтобы в учебное время ребенок не болел. Помогает. Посещение соляного грота показано людям с заболеваниями дыхательной системы, так как соляные пары обладают муколитическим и противовоспалительным действием. Уже после нескольких сеансов у пациента ослабевает или полностью пропадает кашель и даже храп. С целью профилактики бронхитов. Они у меня хронические. Вот. При посещении, регулярном посещении пещеры течение проходит легче и восстановление потом. Легче отходит мокрота. Кашель уменьшается, то есть именно вот эти последствия, как вторичные признаки, они исчезают быстрее. Кроме того, нахождение в соляной комнате ускоряет метаболизм, что способствует и естественному похудению. У гипертоников после процедур улучшается кровообращение. Соляный грот дает замечательный эффект в борьбе с затяжными депрессиями, подавленным состоянием, нервной возбудимостью. Соляная пещера Salt Air находится в Артеме, в бизнес-центре «Кругозор», улица Амурская, 21, кабинет 202. Телефон для записи +7 968 167 82 72. И еще, перед посещением возьмите на заметку, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На этом все. А я хочу вам напомнить, что реклама – двигатель торговли. Поэтому смело обращайтесь в рекламную службу телеканала «Лента». Увидимся!